Более 500 делегатов собрались в Пекине на форум, посвященный экономическому сотрудничеству стран БРИКС и созданию единых стандартов в области торговли. Мероприятие организовал Китайский комитет содействия развитию международной торговли. Оно состоялось в решающий момент, ведь именно сейчас БРИКС переходит на следующий этап развития после недавнего расширения. В БРИКС вошли страны с формирующимся рынком и развивающиеся государства. Их объединение влиятельным и коренным образом меняет модель мирового экономического развития. Страны-участницы группы укрепляют связи и раскрывают свой потенциал в области торгового сотрудничества. По мнению участников форума, разработка единых стандартов для стран БРИКС – очень важный шаг. Он позволит устранить торговые барьеры и наладить партнерство в разных секторах, включая электронную коммерцию. Стандартизация позволит развивающимся странам занять достойное место в глобальном деловом сообществе. Важно, чтобы предприятия агропродовольственного сектора объединились и нашли устойчивые подходы к ведению сельского хозяйства. Тогда мы сможем не только прокормить население земного шара, но и сократить выбросы углекислого газа. С момента создания БРИКС Пекин придерживался духа открытости, инклюзивности и взаимной выгоды. Китай намерен и дальше укреплять сотрудничество с партнерами по группе, чтобы приблизить запуск единых стандартов.